И, значит, в прошлый раз произошло следующее. Мы разбирались в колчанных многообразиях, которые соответствуют дынкиновскому колчану типа А. И мы видели некоторое количество естественных примеров таких колчанных многообразий. А сегодня мы с вами будем обсуждать колчанные многообразия, которые соответствуют афинным колчанам. И в основном афинному колчану типа А. Значит, по большей части мы с вами будем говорить про то, что называется схема Гильберта точек на плоскости, Hilbert 2. А в оставшуюся часть мы поговорим про Клейнову особенности. Вот, и давайте для начала я определю этот объект, схему Гильберта точек на плоскости, как множество. И определение такое. Hilbert C2 – это множество идеалов и большое в алгебре многочленов от двух переменных, которых я буду обозначать x большое и y большое, которые имеют коразмерность равную n. Ну, такое определение. И наша первая цель, это мы хотим снабдить Hilbert 2 структурой алгебраического многообразия. И первый шаг в этом деле – это следующее предложение. Значит, Hilbert C2, отождествляется со следующим объектом. Мы берем пары x, y и i. X, y — это матрицы. I — это вектор. И мы хотим выполнение следующих двух условий. X и y коммутируют. И вектор i является циклическим для алгебры, которая порождена иксом и игреком. Вот. Это значит множество. На этом множестве у нас действует группа GLN-C естественным образом. И мы берем орбиты. Окей? То есть еще раз, Hilbert C2 — это множество идеалов по размерности n. Оно находится в биекции с тройками x, y и i, которые удовлетворяют вот этим двум условиям. Вот, давайте я это докажу. И для начала давайте мы увидим, как по идеалу и большое построить орбиту стоящий из строек. Ну, вы делаете следующее. Вы рассматриваете векторное пространство V, которое есть фактор CXY по I большому. И это n-мерное пространство, мы его можем отождествить с CN. Теперь на этом пространстве мы имеем два оператора. Оператор X, который есть умножение на x большое,
оператор Y, определяющийся аналогично, и вектор I, который будет просто классом единиц. И непосредственно видно, что x, y и i у нас удовлетворяют нужным условиям. И определены с точностью до действия GL. Где здесь действие GLN, оно прячется в выборе отождествления. V и пространство C. Вопросы, пожалуйста. Вот, давайте теперь возьмем орбиту тройки и сопоставим ей идеал. А для чего мы сделаем следующее замечание, что для полинома f из от двух переменных следующие условия эквивалентны. Если мы подставим коммутирующие операторы x, y в полином, мы получим 0. И это оказывается эквивалентно тому, что f от x, y, примененное к вектору i, будет равно 0. Ну, стрелочка вправо – это тавтология. А стрелочка влево следует из того, что и является циклическим вектором. То есть если у вас какой-то оператор от x и y замулился на i, то он замулился на всем cx, y от i, что есть cn, то есть этот оператор равен нулю. Вот, и теперь, ну, должно быть понятно, как мы построим наш идеал и большое. Это будут все полиномы от CXY, такие, что выполняется одно из этих двух эквивалентных условий. F от X маленькое, Y маленькое равно нулю, откуда мы видим, что и большое это идеал. Или эквивалентные условия того, что f от x, y, примененное к вектору и маленькое, равно нулю. Отсюда мы видим, что коразмерность и равна n. То есть мы построили точку в нашей схеме Гильберта. Ну и понятно, что эта точка зависит только от орбиты x, y и i. То есть мы получаем корректно определенное отображение в обратную сторону. И упражнение, эти два отображения, взаимно обратно. То есть мы действительно получаем требуемую биекцию, что завершает доказательство. Пожалуйста, вопросы.
Хорошо, давайте ехать дальше. Предложение уже позволяет снабдить Hillband C2 структурой многообразия. С правой стороны у вас скрывается GIT-фактор. Мы сделаем немножко лучше, и мы идентифицируем Hillband C2 с колчанным многообразием. Значит, для этого нам нужно три кусочка данных. Это колчан. Это будет то, что называется Жорданов колчан, то есть одна вершина, одна петля. Нам нужен вектор размерности V, который будет равен N. И нам нужен фрейминг, в который мы положим равным единичке. Вот. Значит, кроме того, нам нужно лямбда, уровень отображения моментов, он будет равен нулю. И нам нужен тета, целое число, которое есть в характере группы. Тета у нас будет равно единице. Значит, с какими объектами мы имеем дело? Значит, у нас есть группа G, которая есть G-лен. Она действует на Т со звездочкой от R, которая, как мы с вами раньше видели, состоит из четверок X, Y и G, где X и Y — это матрицы, и это вектор, а G — это ковектор. Значит, у нас есть отображение моментов μ от x, y и g, которое задается формулой x, y плюс коммутатор x, y плюс и g. И мы будем брать его нули. Кроме того, нас интересуют тета-полустабильные точки, которые в этом случае это просто четверки x, y и g, такие, что алгебра, ну, априори не коммутативных полиномов от x и y, примененная к i, дает все c. Значит, это а не коммутативные полиномы. И мы с вами можем образовать колчанное многообразие, которое будет GIT-фактором μ минус 1 от нуля фактор по G. Ну, а конкретно, значит, мы факторизуем наборы четверок, таких, что x, y коммутатор плюс и g равно нулю. И вектор и циклический по действию нашей группы Желе. Действие у нас свободно, как мы с вами знаем. Из того, что было выше. Поэтому GIT-фактор будет просто параметризовать орбиту. Вопросы, пожалуйста.
Какой-нибудь слушатель может подать признак жизни? Да. Да. Так, живые все еще есть. Это хорошо. Спасибо. Итак, значит, давайте я отмотаю немножко назад. Значит, мы отождествили схему Гильберта с множеством троек, таких, что x, y коммутируют, а и циклический вектор. Ну, а здесь мы хотим отождествить схему Гильберта с множеством четверок, где x и y не вполне коммутируют, но и все еще циклический вектор. То есть давайте теорема. Хилбенса 2. Изоморфно этому многообразию M0,1. И доказательство этой теоремы, оно будет следовать из следующей леммы. Лемма, что если у вас четверка x, y и g лежит в μ-1 от нуля и 1 полустабильно, то вектор g равен нулю. И отсюда все немедленно следует, потому что у вас условие становится, что x, y равно нулю. Ну и циклический вектор. Вот. А для доказательства леммы нам будет нужен следующий важный и исключительно приятный факт. Который говорит, что если у вас есть две n-матрицы, и ранг x и y коммутатор меньше либо равно единице, то что верно? Ноль, то он нет. О, нет. Диагонализируется или нет? Нет. Мастер ранг коммутатора ноль, то есть коммутатор равен нулю. О, май гаднес. Есть такая замечательная алгебра Ли, называется SL2, в которой есть базисные элементы H, E и F. Намек понятен? Пожалуйста, не надо утверждать, что если ранг коммутатора X с Y меньше либо равно единице, то этот ранг равен нулю. Это неправда. А что правда? Цитируя классиков, в чем правда, брат? Ну ладно, как-то вы так с линейной алгебры не дружите, видимо. То существует базис... Не треугольному виду, наверное, приводится. А, спасибо, Илья. То существует базис, в котором x и y верхний треугольник. У этого факта есть куча всевозможных доказательств. Самое короткое элементарное, которое я знаю, занимает где-то в районе меньше либо равно чем 10 строчек. Если у вас будет досуг в какой-то момент, то можете попытаться это доказательство найти. Но тем не менее, это такой известный факт, мы им будем пользоваться, и даже не один раз. Поэтому он зеленый, потому что он как бы это самое, recycled. Вот. Ну, давайте в факт мы поверим и докажем лемму. Вот, значит, ну, понимаете, ранг и произведение с G меньше либо равен единице. Вы на это смотрите как
отображение из и в одномерного пространства, поэтому вы имеете эту оценку. А стало быть, ранг коммутатора x, y тоже меньше равен единице. То есть можем считать, что x, y верхний треугольник. Откуда есть два важных следствия? Во-первых, что любой некоммутативный полином от них, верхний треугольный, это раз, а для любого f некоммутативного полинома. И два, это то, что коммутатор x, y, он строго верхний треугольный. Окей? Откуда мы с вами заключаем, что след матрицы f от x, y умножить на коммутатор x, y равен нулю. То, что у нас стоит внутри следа, это строго верхняя треугольная матрица. То есть след, давайте я так напишу, f от x, y и умножить на g равен нулю. Здесь мы пользуемся тем, что и произведение с G это минус X коммутатор Y. Это с одной стороны, а с другой стороны, понимаете, ну здесь мы как бы перемножаем N на 1 матрицу, первая скобка, на 1 на N матрицу. Но то же самое можно записать просто как спаривание F, X, Y, I с вектором g, с ковектором g. То есть у вас, значит, левая часть, она живет в cn, а правая часть живет в cn двойственной. То есть вот это спаривание, оно равно нулю. А кроме того, вы знаете, что CN это просто линейная оболочка элементов вида f, x, y умножить на i. И когда вы объединяете эти два факта, то вы видите, что у вас g спаривается нулем с любым вектором из CN. Ну, то есть g равно нулю. А вопросы, пожалуйста. Вот, мы победили, значит, мы описали Хилбена С2 как колчанное многообразие. Мы видим, что это многообразие гладкое и симплектическое. Значит, упражнение вдогонку, это то, что когда вы возьмете характер минус 1, вы опять получите схему Гильберта. А мы тем временем займемся описанием многообразия M0.0.
которое есть просто категорный фактор ми минус 1 от нуля по действию g. И для этого давайте рассмотрим векторное пространство, двумерное, которое мы мыслим как n копий c2. И на нем действует группа SM, просто перестановками. Отсюда можно сформировать категорный фактор. Поскольку ваша группа конечно параметризует орбиты, я буду ставить одну черточку, а не две. И на рабоче-крестьянском языке это просто многообразие неупорядоченных, потому что вы факторизуете по SN, n-ок точек в C2. Также это известно как симметрическая степень. А теорема говорит, что наше многообразие M00 это есть этот самый фактор. Доказательство. Значит, мне понадобится некоторое вспомогательное многообразие Z, которое будет состоять из пар матриц. У которых ранг коммутатора меньше либо равен единице. Вот, как это многообразие соотносится с тем, что мы имеем? Ну, мы просто можем рассмотреть отображение из Т со звездочкой от R в пары матриц. Которая забудет вектор и ковектор. И непосредственно видно, что оно переведет ми минус 1 от нуля в z. Но, кроме того, можно сказать немножко больше. Давайте рассмотрим одномерный тор, который будет состоять из постоянных матриц в GL. И этот одномерный тор у нас с вами действует на ми минус 1 от нуля, как и все GLN. И это действие описывается очень просто. Дело в том, что поскольку это центр GLN, то на матрицах это будет действовать тривиально. Поэтому Z, примененное к X, Y и G, это будет X, Y, Z умножить на I, Z минус 1 умножить на G. Прошу прощения. И утверждение 1, которое нам нужно будет для доказательства, это то, что отображение, только не отображение, а отображение, из ми минус 1 от нуля в z, это морфизм факторизации
для действия c с крестиком на mu минус 1 от нуля. Вот, перед тем, как мы это докажем, давайте я узнаю, есть ли у вас вопросы. Так, хорошо. Значит, ну, у нас наш z действует только на i и g. Поэтому было бы хорошо понять, как описывать фактор cn плюс cn со звездочкой по этому самому действию номерного тора. И мы с вами знаем, что это есть не что иное, как многообразие всех эндоморфизмов ранга меньше либо равного единицы. Это простой частный случай. Основной теоремы теории инвариантов. Для ЖЛН. Ну и n в нашем случае равно единице. Вот, что отсюда следует? Отсюда следует, что когда вы факторизуете t со звездочкой от r по действию одномерного тора, вы видите пару матриц, в которой ничего не происходит. Умножить на фактор для действия на cn и cn со звездочкой. Что, как мы упомянули, есть просто операторы ранга меньше либо равно единице. Вот, ну, а дальше опять, значит, mu минус 1 от нуля фактор по c со звездочкой. То есть не что иное, как образ мю минус 1 от нуля в and cn две штуки умножить на and cn меньше либо равно 1. Этот образ просто есть набор x, y и c такое, что c равно минус x коммутатор с y. Что забыванием c находится в изоморфизме с нашим многообразием z большое. Вот, и это доказывает утверждение 1. Вопрос, пожалуйста. Вот, давайте разберемся, зачем нам нужно это утверждение 1.
Давайте заметим следующее. Значит, мы хотим посчитать категорный фактор для действия GLN на минус 1 от нуля. Но, понимаете, взятие фактора транзитивно. Мы сначала можем отфакторизоваться по нормальной подгруппе, а потом отфакторизоваться по фактору. Поэтому то, что здесь написано, это мю минус 1 от нуля фактор по центру GLN, а затем мы факторизуем по P GLN. Что по утверждению 1 есть фактор Z по P GLN. Теперь нам нужно описать этот фактор. И для этого у нас есть ключевое утверждение 2, которое говорит, что фактор Z по P GLN отождествляется с C2 в степени N по S. Доказательства. Значит, сначала я хочу построить отображение в обратную сторону. И вот как я это буду делать. Давайте мы вложим C2N в Z следующим образом. А именно множество наборов иксов и игреков маленьких, это координаты, отправляется в две диагональных матрицы с компонентами x1, xn и с компонентами y1, yn. Излишне говорить, что коммутатор двух таких матриц имеет ранг меньше либо равно 1. Значит, что это мы получаем? Значит, мы получаем это вложение, и более того, это вложение SN эквивариантное, где SN действует на Z через стандартное вложение SN в группу GL. Ну, просто как матриц перестановки. Вот. Хорошо. То есть теперь давайте нарисуем такую коммутативную диаграмму. У нас есть C2N. Оно вкладывается в Z. Z идет в фактор по PGLN, и мы с вами получаем отображение сквозное. Каковое отображение, видите ли, будет SN инвариантно. Почему? Потому что вложение C2N в Z было SN эквивариантным, а действие SN на Z приходило из PGL. Поэтому отображение фактор будет инвариантным. Что мы знаем про эту ситуацию? Мы знаем, что наше бордовое отображение будет факторизоваться, естественно, единственным образом, через фактор C2N по SN. То есть существует и единственное отображение снизу, которое я обозначу через зайд. Вопросы, пожалуйста.
Вот, значит, что мы хотим показать про йоту? Мы хотим показать, по-русски это называется йота. Мы хотим показать, что это изоморфизм. И это будет комбинацией двух утверждений. Под утверждение 2.1 гласит, что йота сюръективна. Вот, доказательства. Но что параметризует наш фактор? Он параметризует замкнутые орбиты. Посему утверждение, что йота сюръективна, оно будет эквивалентно утверждению тому, что любая замкнутая орбита в Z пересекает локус диагональных матриц. А это утверждение, оно просто следует из Гильберта Манфорда. Ну, даже из простой части Гильберта Манфорда. Именно если вы возьмете... Нет, наверное, все-таки из сложной части. Значит, по Гильберту Манфорду... Или из простой, ну, короче, из какой-то части. То, что мы можем взять, мы давайте возьмем гамма из c с крестиком в gln следующего рода. T в степени n, t в степени n минус 1, и так далее, 1. И тогда у вас просто предел при t стремящемся к нулю гамма t, примененная к паре xy, начнет верхние треугольные матрицы, а по нашему выбору гаммы у вас просто коэффициенты, матричные коэффициенты, которые над диагональю будут умножаться на положительную степень t. Поэтому это будет просто пара диагональных матриц. То есть что мы видим? Мы видим, что в замыкании любой орбиты найдется пара диагональных матриц. Поэтому все замкнутые орбиты – это орбиты пар диагональных матриц. То есть это завершает доказательство под утверждение 2.1. Вопрос, пожалуйста. Ну, то есть фразы по Гильберту Манфорду здесь лишние. Ну, слушайте, это такие великие люди, что лишний раз их помянуть не грех. Я так считаю. Давайте скобочки возьмем, чтобы они не обижались. Ну, по идеологии Гильберта Манфорда, как насчет этого? Так, хорошо. Как правильный российский юноша, Дима является поклонником идеологии. Это замечательно. Еще вопрос, пожалуйста.
Хорошо, давайте следующее подутверждение, которое завершит доказательство утверждения 2. Утверждение о том, что айота является замкнутым вложением. Замкнутое вложение. Что эквивалентно, конечно же, тому, что pullback, дайте напишу, что это pullback, при йоте, который идет из PGL инвариантных функций на z в SN инвариантные функции на n-ках пар, является селективным. И для доказательства я вытащу из кустов рояль, он не очень как бы большой. Дело в том, что мы знаем, чем порождается правая часть. Это такое общее утверждение для действия симметрических группах на c в катой n копий. Для k равно двойке утверждение о том, что эта алгебра порождается элементами следующего вида. Сумма с i равно единице до n, x и t k, y и t l. Здесь k и l — это целые неотрицательные числа. Окей? Это теорема Германа Вейля, и она не очень сложная. Ну и более-менее все. Как только мы это знаем, то, что нам нужно доказать, это то, что эти образующие лежат в образе йота со звездочкой. Но очень легко найти элементы в C от Z, которые будут инвариантны, которые будут давать такой элемент. Может быть, мне кто-нибудь подскажет, что это за элемент такой. Дамы и господа, а какие-нибудь версии? Что-нибудь в духе произведения коэффициентов характеристического многочлена? Значит, это утверждение можно локально подправить так, чтобы оно станет верным. Хотя оно неверно. Может, какие-нибудь суммы катых степеней собственных значений? Ну, так, да, ладно. Нет. Давайте я не буду заниматься... Следы. Okay. След x в степени k, y в степени l. Ну, ваши матрицы, я напомню, верхняя треугольная. Поэтому такой след считать легко и приятно. Вот, хорошо. Ну, в общем, все доказано. Вопрос, пожалуйста.
Давайте, чтобы завершить эту дискуссию, я сделаю замечание. А именно, какой смысл отображения из минус 1 от нуля в c2 в степени n по модулю Sn? Что оно делает? Оно отправляет пару x, y и g. Значит, опять, матрицы x и y у вас верхний треугольный в каком-то базисе, поэтому имеет смысл говорить про их совместный спектр. Который как раз-таки определен с точностью до перестановки элементов базиса. То есть одновременные перестановки пар элементов. Вот. Давайте поедем дальше, и давайте перед тем, как ехать дальше, я выдам задачу. Значит, мы описали мю минус 1 от нуля, а теперь давайте возьмем лямбда не равно нулю. Тогда мю минус 1 лямбда, значит, действие GLN на мю минус 1 от лямбда свободно. Откуда можно вывести, что мю минус 1 от лямбда совпадает со своими полустабильными точками? И таким образом можно вывести, что m0 лямбда — это гладкое синтетическое многообразие. Это многообразие имеет имя. Оно называется пространство Калоджара-Мозера. Это еще одно колчанное многообразие, которое появилось значительно раньше, чем общее многообразие. Оно связано с так называемой системой Калоджара-Мозера. Оно является для этой системы фазовым пространством. Вот. Это такая задача. Так, последний элемент в нашей программе — это будет отображение из m1,0 в m0,0. Мы знаем, что у нас есть проективное отображение Hilbert C2, это есть не что, M01 это есть не что иное, как Hilbert C2. А, значит, как мы видим, правая часть — это C2N по модулю SN. Значит, что это отображение делает? Ну, по замечанию, и это отображение посылает орбиту четверки x, y, i, j, в которой, как мы помним, j равно нулю, посылает она это в совместный спектр x и y. Ну, прекрасно. А как бы мы могли это описать на языке идеалов? Значит, если у вас эта орбита соответствует идеалу и значит, это идеал коразмерности n. И у идеала коразмерности n можно взять носитель с кратностями. И мы получим в точности неупорядоченную n-ку точек в C2M, элемент в C2M по модулю SN.
И это имеет имя, это называется отображение Гильберта Джоу. Вопросы? Давайте я приведу следствие этого обсуждения. А именно, смотрите, мы отправляем идеал в его носитель с кратностями. Ну, вообще говоря, идеал по носителю с кратностями не восстанавливается. Но это происходит в одном очень важном случае, когда все точки в носителе различны. Тогда вы просто берете идеал всех функций, которые обращаются в ноль в n различных точках. Вы получаете идеал коразмерности n. Это единственный идеал с таким носителем. Значит, следствие – это то, что ρ объективно над локусом n различных точек в C2N по модулю SN. В частности, ρ – это морфизм разрешения особенностей. Морфизм из гладкого многообразия, который проективный и бирациональный. То есть проективный и бирациональный. Морфизм из гладкого многообразия. Явление, которое мы с вами уже видели на предыдущей лекции, когда мы говорили про дынкиновские колчаны типа А. Вот мы его снова видим в нашем случае. Вот, это завершает наше рассмотрение схем Гильберта точек на плоскости. Есть ли у слушателей вопросы? У меня это как-то интересное историческое название. Значит, схемы Гильберта, их, так сказать, цель в жизни – это параметризовать идеалы в алгебрах с данными численными характеристиками. То есть вы фиксируете какие-то численные инварианты и смотрите на все идеалы с такими инвариантами. Ну, или же вы можете говорить про подсхемы в схемах. Значит, для того, чтобы это себя хорошо вело, надо наложить некоторые условия конечности, например, потребовать, чтобы схема была проективна. Или чтобы алгебра была градуирована. Но, к счастью, когда вы просто говорите про конечные подсхемы, этого делать не надо. Вы можете параметризовать конечные подсхемы в любой схеме, и единственный численный вариант, который вы можете себе придумать, это, собственно говоря, ну, коразмерность идеала, она же количество точек. Еще вопросы?
Так, хорошо. Давайте поедем к следующей теме, а именно клейнговые особенности. Что такое клейнговая особенность, я расскажу немножко позже, а для начала мы с вами погрузимся в изучение примера. И пример у вас будет когда у нас Q имеет тип L с крышкой, афинный колчан типа А, я его просто нарисую немножко позже. Вектор размерности у нас будет состоять из одних единичек, а вектор фрейминга будет единичка в произвольной вершине, поскольку все вершины у нас равнозначны. Значит, что у нас происходит? Кто такой колчан, кто такой афинный колчан типа АЛ? Просто циклический колчан с L-вершинами. Вершины будут называться 0, 1, 2 и так далее, L минус 1. А у нас будет с вами фрейминг. Колчан у нас будет похож на вешалку. Значит, фрейминг у нас будет одномерный. Это наша W. А наша V будет равно набору из единичек. В каждой вершине будет сидеть по единичке. Значит, что есть кокосательное расслоение, которое мы изучаем? Это есть просто набор из 2L плюс 2 комплексных чисел. У нас будут комплексные числа x0, x1, xl минус 1, y0, 0, и так далее, yl минус 1, I и J. И, значит, что это за... Значит, мы их интерпретируем как линейное отображение между одномерными пространствами. И выглядеть это будет так. Значит, I у нас идет вот так, J идет вот так. Значит, X0 идет из вершины 0 в вершину 1. Y0 идет в обратном направлении. Дальше у нас есть, соответственно, x1 и y1. Ну и вы понимаете, что происходит дальше, я надеюсь. И так далее. Значит, здесь будет отображение xl минус 1, в обратную сторону будет идти yl минус 1. Вот. Значит, на этом деле действует группа GLV, которая просто есть L-мерный тор. И действовать она будет так. Значит, z0, далее zl минус 1, примененная к x0, x1, так далее, y0, y1, так далее, и g. Это будет следующее выражение. Значит, на x0 мы умножаем... x0 мы умножаем на z0 и z1 в минус 1, поскольку все одномерное, совершенно не важно, с какой стороны. А y0 мы умножаем на z1 и z0 в минус 1. Дальше у нас идет... Я как-то написал это в плохом порядке, давайте я исправлю.
x0, y0, 1, y1 и так далее. Вот. Значит, на x1 у нас будет z1. z1, x1, z2 в минус 1, z2, y1, z1 в минус 1 и так далее. Так мы действуем на все x и y, а на ESG все еще проще, значит, z0 и g z0 в минус 1. А, вот такое действие. И теперь у нас есть еще отображение моментов, которые давайте тоже выпишу. Мю, оно, значит, должно отправлять наши 2L чисел этим пишу xl минус 1, yl минус 1. И G и идет это вот в такой набор чисел. Значит, что мы должны сделать? Мы должны просто в каждой вершине взять сумму линейных операторов вида туда-обратно, ну, со соответствующими знаками. И знаки будут такие. Значит, у нас будет xl минус 1, yl минус 1. Минус x0, y0, плюс y, вершина номер 0. В вершине номер 1 будет стоять x0, y0, минус x1, y1, ну и так далее. То есть во всех вершинах, кроме нулевой, у нас 2 слагаемых, а в нулевой у нас 3 слагаемых. Вопросы? Вот, значит, что мы хотим посчитать? Мы хотим посчитать категорный фактор для действия GLV, то есть L-мерного тора, на минус 1 от нуля. И для начала давайте сделаем замечание, которое нам упростит жизнь. А именно, если у вас есть набор x, подчеркнутое снизу, y, подчеркнутое снизу, и g в минус 1 от нуля, значит, все вот эти вот координаты, которые выписаны двумя строчками выше, они равны нулю. В частности, их сумма равна нулю. Но сумма всех этих координат будет равна и умножить на g. То есть мы видим, что и g равно нулю. И поэтому, когда вы будете брать фактор, то постоянные матрицы во всех, как бы диагональ в вашем L-мерном торе, она будет действовать только на и g. И отсюда будет просто следовать, что мю минус 1 от нуля фактор по GLV, у вас будет отождествляться с аналогичным фактором, где мы просто выбросили ИЖ. Где Т со звездочкой от R0, это будет просто C2L. Набор всех иксов и игреков. А мю 0 это, соответственно, отображение моментов
со свечкой от нуля, во. Но правильно записать в алгебру Ли, которая L минус одномерная и коммутативная. И она реализуется как просто все наборы из L комплексных чисел, которые в сумме дают 0. Вот, то есть, иными словами, мы просто можем проигнорировать координаты I и G, когда мы считаем фактор. Их произведение обязано быть равным нулю, и факторизация это просто убьет. Вопрос, пожалуйста. Вот. Давайте я сделаю еще одно упрощение нашего вычисления. А именно, давайте заметим, что поскольку у вас действует Абелева группа, то отображение моментов, оно будет просто инвариантно. В общем случае оно эквивариантно, но вы отображаете в пространство, где действие вашей группы тривиально. Поэтому это будет инвариантное отображение. И посему у вас мюмоль, у вас будет такая коммутативная диаграмма. Значит, у вас есть Т со звездочкой от Р0. Оно отображается с помощью мюмоль. В алгебру Ли Латора ПЖЛВ. А кроме того, у вас есть морфизм факторизации, в фактор. И эта диаграмма будет коммутативна. Я это обозначу мюмоль подчеркнуто. И мюмоль подчеркнутая будет даваться теми же самыми формулами, что и мюмоль. То есть оно будет даваться инвариантными полиномами. XL минус 1, YL минус 1, минус X0, Y0, и так далее. Последний будет XL2, YL минус 2, минус XL минус 1, YL минус 1. Какой отсюда вывод? То ми минус 1 от нуля, мюмоль минус 1 от нуля, фактор по PGLV, это локус в Т со звездочкой Р0, фактор по PGLV, который задается уравнениями, которые говорят, что x0, y0 равно x1, y1 и так далее. Равно xl минус 1, yl минус 1. Вот. Вопрос, пожалуйста.
Сейчас что? В минус первой от нуля будет таким локусом. Да, фактор по БЖЛВ. И это следует из диаграммы, которая нарисована выше. Плюс некоторых свойств отображения факторизации. Помните, мы всегда с вами говорим, что когда мы хотим факторизовать G-устойчивое под многообразие, G-устойчивое замкнутое под многообразие, то его фактор — это просто образ этого под многообразия в факторе объемлющего многообразия. Кроме того, мы с вами находимся в очень специфической ситуации, когда у нас, понимаете, у нас наше подмногообразие задается инвариантными полиномами. И в этом случае фактор этого подмногообразия будет задаваться теми же самыми инвариантными полиномами в факторе объемлющего многообразия. А, окей. Ну, просто вы как бы там еще проще сказать, вот вы берете вашу алгебру, в которой вы считаете инварианты, и вы убиваете идеал, порожденный инвариантными полиномами. Спрашиваете, что у вас получится в качестве инвариантов. Ну, получится то, что получается факторизация идеала, который порожден теми же самыми инвариантными полиномами. Вот, значит, зачем я делаю этот вывод? Просто сейчас мы опишем вот этот фактор. Его очень легко описать. Лемма. Значит, алгебра инвариантов для действия PGLV на Т со звездочкой Р0. Она задается так. У нее будет образующие А0 и так далее, АЛ минус 1, В и С, с одним соотношением, которое говорит, что БЦ — это произведение А0 до АЛ минус 1. И что это за такие элементы? Аита — это икс-ита умножить на игрек-ита. Б — это произведение всех иксов. А С — это произведение всех игреков. Вот, доказательства. Дело в том, что считать инварианты для линейных действий векторов — это легко и приятно. А именно, давайте рассмотрим просто общую ситуацию. Когда у вас тор Т со скрестиком в какой-то степени действует на векторном пространстве В. И давайте просто выберем, собственный базис. Я здесь сейчас злоупотреблю обозначениями немножечко, с вашего позволения. Какие буквы? Давайте x1, xn в со звездочкой с собственными значениями хи1, хин. Собственное значение — это характер нашего тора. Ну, тогда, понимаете, любой моном, он будет собственным. А именно, значит, элемент t действует на x1 в степени альфа 1, xn в степени альфа n. Ну, характером каким? Значит, хи 1 в степени альфа 1, хи n в степени альфа n от t, примененному просто к этому моному. И алгебра инвариантов — это
это просто линейная оболочка инвариантных монголов. Вы берете все инвариантные монголы, берете их линейную оболочку. То есть для того, чтобы писать инварианты, нам, по сути, нужно описать инвариантные монголы. И давайте теперь вернемся к нашей ситуации. К Т со звездочкой от R0, на котором действует для простоты давайте же ЛВ. Просто L мервый тор. Ну, как он действует? Значит, если вы хотите маном маном, который будет равен x1 в степени альфа 1 сейчас, значит, индекс начинается с нуля 0 в степени альфа 0 xl минус 1 в степени альфа l минус 1, y0 в степени бета 0, так далее, yl минус 1 в степени бета l минус 1. Вот малом инварианте тогда и только тогда, когда у вас сумма соответствующих характеров равны нулю. А что это будет такая за сумма? А сумма будет не что иное, как следующее. Альфа 0 минус бета 0, е 0 минус е 1, плюс альфа 1 минус бета 1, е 1 минус е 2, плюс так далее, альфа L минус 1 минус бета L минус 1, ЕL минус 1 минус Е0. Значит, здесь у нас, давайте я напишу, Е0, ЕL минус 1, это базис, ну, стандартный базис в Z в степени L. Ну, или иными словами, просто координаты на... Они соответствуют координатам на торе. Вот, значит, эта сумма должна быть равна нулю. Это, в свою очередь, эквивалентно утверждению, что альфа 0 минус бета 0 равно альфа 1 минус бета 1. Так далее, равно альфа l минус 1 минус бета в степени l минус 1. То есть все эти разности просто равны друг другу. А, вопрос, пожалуйста. Вот, а теперь легкая и приятная комбинаторика. Дает вам доказательство леммы. Которая остается в качестве упражнения. Вы просто спрашиваете себя, какими такими элементами порожден моноид из альфаитах и бетаитах, которые все не отрицательные и удовлетворяют написанным выше равенство. И вы легко получаете утверждение в лемме. Ну а заодно, когда вы опишете соотношение в этом моноиде, вы получите соотношение в алгебре. Вот. Давайте я приведу следствие. А потом я приведу следствие в квадрате, и на этом мы закончим. Значит, следствие какое?
Мы хотим посчитать инварианты на самом деле в прообразе нуля при отображении моментов. И что это такое? Это вы берете, значит, вашу алгебру. L плюс двумя образующими одним соотношением. А дальше факторизуйте соотношение, что все аиты равны. И что же такое вы получаете? Вы получаете алгебру с тремя образующими и одним соотношением. А в степени L равно BC. Вот такой простой изящный ответ. У нас получается поверхность в трехмерном пространстве. И эта поверхность, она не абы какая. Это то, что называется Клейнова особенность типа А. А именно, что такое Клейнова особенность? Это фактор C2 по модулю действия гамма, где гамма – это конечная подгруппа в SL2C. Вот, и давайте возьмем циклическую группу. Она просто будет состоять из диагональных матриц с коэффициентами эпсилон и эпсилон минус первой, где эпсилон в степени L равно единице. И это хозяйство действует на алгебре функции на C2, как бы мне обозначить переменные. Давайте обозначим их U и V. Ну, соответственно, умножая U на там эпсилон, а V на там эпсилон минус первый, ну или наоборот. Вот. А какие такие варианты в этой группе гамма? Ну, это будет опять-таки все та же самая алгебра. Где А это У умножить на В, В это У в степени L, а С это В в степени L. Таким образом, вывод. Наше колчанное многообразие оказывается Клейновой особенностью типа А. Вот. Вот такой вывод. Вопросы, пожалуйста. Какие группы соответствуют Клейновым особенностям типа B, C? Там? Так, Клейновые особенности бывают только с простыми связями, то есть A, D и E. И, ну, значит, да, я немножко про соответствие Макея поговорю. Значит, тип D – это диэдральная группа, то, что называется Complex Dihedral Group. Группы типа E6, E7 и E8, они все получаются так. Вы берете отображение из SL2 в SO3, ну или из SU2 в SO3 от R, а в SO3 от R вы берете групп симметрий исключительных правильных многогранников.
А именно, кто у нас есть? У нас есть тетраэдр, куб и октаэдр. Значит, соответствующие прообразы это будут клейнговые группы, особенности Е6, Е7 и Е8. Вот. Еще вопрос, пожалуйста. Значит, на самом деле вывод, он справедлив для всех афинных колчанов. Это есть часть соответствия Маке. А в чем мы поговорим в следующий раз. Значит, в следующий раз мы поговорим про соответствие Макея. И его дружбу с колчановыми многообразиями. Мы поговорим про минимальные разрешения клейнговых особенностей. И их дружбу с колчановыми многообразиями. И после чего, как бы, это, грубо говоря, часть, которая относилась к примерам. А дальше в программе курса есть еще про важность колчановых многообразий. И мы обсудим симплектические разрешения. Это такая алгебро-геометрическая часть важности. Ну, скорее алгебро-геометрическая. А в оставшееся время мы с вами будем говорить про геометрическую теорию представлений. Значит, если слушатели интересуют, сколько времени у нас с вами осталось, то давайте я возьму на себя роль кукушки. И скажу, что у нас с вами еще будет 2 или 3 лекции, включая то, что будет в среду. Вот. Такие предсказания. Какие-нибудь вопросы есть еще? Да, у меня вопрос. А что, если все-таки попытаться по колчану с непростыми связями построить колчанное многообразие, то что-то получится разумное? Получится колчанное многообразие, которое не будет иметь ничего общего с особенностями типа B, с алгебрами Ли типа B, C и так далее. Ну а что-то про него можно сказать, кроме того, что это колчанное? А что-то про него можно сказать, кроме того, что это вот колчанное многообразие? То есть, может быть, оно чему-то другому известному изоморфно? Нет, оно чему-то другому известному изоморфно не будет. Там, понимаете, там есть такой лайфхак. Как бы непростоту связи можно эмулировать до некоторой степени, посадив в вершину разные поля. Так, чтобы степени расширений были, соответствовали как раз-таки, ну, непростоте связи. Например, если вас интересует B, C и R4, то можно ограничиться C и R, и у вас будет нечто... Вы получите некоторую колчановую теорию, она, впрочем, как бы именно для колчановых многообразий Макаджима не очень хороша, которая будет, ну, соответствовать типам B и C. То есть это можно что-то делать по этому поводу, но там получится более сложно. И поэтому все, что как бы колчанные многообразия обычно и покрывают, это алгебры Каца-Муди, которые для симметрических матриц Картана. Ну, то есть, если мы говорим про афинные и конечные колчаны, то для конечных колчанов мы будем получать простые алгебры Ли с простыми связями, то есть А, Д и Е. Ну, а для афинных колчанов мы будем получать что-то связанное с нескрученными афинными алгебрами Ли этих самых типов.
Вот такая ситуация. Еще вопросы? Значит, если вопросов нету, то всем пока. И следующая лекция в среду в 7:30 вечера по Москве. Спасибо.